Топливно-энергетическая компания «Заптек» необоснованно повысила тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных потребителей в Нерчинском районе Забайкальского края. Плата увеличилась больше, чем на 60% в этом году. Представители региональной службы по тарифам, судебный департамент и муниципальная аптека направили жалобу в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Специалисты установили, что тариф был повышен в нарушении закона о конкуренции. Вместо требуемых 7920 рублей тепло стало стоить 12709 рублей за одну гигакалорию. ФАС потребовала от «Заптека» устранить нарушение, тариф установили к уровню нормативного.